Сегодня в Пятигорске состоялся полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры России» по Северокавказскому федеральному округу. Оценивать полуфиналистов будут в течение ближайших 2 дней по 8 критериям. Лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникации, влияние, внедрение изменений, инновационность. Лидеров-управленцев ждут деловые игры и кейсы на решение различных проблем в постоянно меняющемся составе команд. Все полуфиналисты вместе с результатами тестов получат рекомендации по развитию своих знаний и навыков. Наставниками конкурса выступят видные ученые, общественные деятели, бизнесмены. По итогам окружных полуфиналов будет выбрано 300 наиболее перспективных управленцев со всей России. Они получат образовательные гранты в размере 1 000 000 рублей и выйдут в финал. Он состоится в Москве в январе-феврале следующего года и определит 100 победителей. Это возможность проявить себя, посмотреть, чего ты достиг и к чему необходимо стремиться. Это знакомство с новыми людьми, с новыми проектами. То, что мы видим здесь, с кем общаемся, это, скажем, достаточно такой высокий уровень. И, если честно, со многими вещами сталкиваюсь впервые. То есть для себя я почерпнул огромнейший опыт.